В Актобе хотят лишить родительских прав женщину, которая ночью оставила ребенка на скамейке. Плачущего мальчика подобрала жительница многоэтажки, принесла в полицейский участок. Позже нашлась и 25-летняя мать-кукушка. Она объяснила инспекторам, так торопилась накормить сына, что забыла его на улице. Сотрудники полиции нашли мать, освидетельствовали на предмет употребления алкоголя, поставили на учет как неблагополучную семью. Она пошла покупать прикорм для ребенка и забыла ребенка на скамейке. Все случилось в одном из спальных районов. Примерно в час ночи местная жительница обнаружила на скамейке 8-месячного малыша. Ребенок был в одной футболке и шортах. Женщина тут же отнесла грудничка в полицию. Там выяснили, мать найденыша была в ту ночь в нетрезвом состоянии. Сына воспитывает одна и снимает квартиру в этом же дворе. Сейчас стоит вопрос о лишении ее родительских прав. Сам мальчик находится в доме малютки. Как долго он здесь проводит, станет известно после работы специальной комиссии. Мальчик хороший, я же говорю, он по возрасту, он развитие у него нормальное. Играется, он сидит, ползает. Мама после этого пришла, хотела забрать, но это, видите, как поступили через акт, мы не можем же дать. Теперь будет опекунский совет решать.